Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на моем канале. И сегодня мы посмотрим новую игру, которая называется «Симулятор фермера 15». Она вышла совсем недавно, я ее посмотрел совсем чуть-чуть, и она мне очень понравилась. Поэтому я решил вам показать вам. Возможно, она вас тоже заинтересует, вы будете играть и в комментариях делиться, может быть, мне подсказывать даже где-то. Ну, давайте перейдем непосредственно к игре. Нажмем «Начать». Так, в чем у нас отличается сложность, точнее? Для большинства новичков средняя. Давайте на средний пойдем. Первый город выберем. Так. Симулятор фермера. Графика очень интересна. Настройки все у меня ультра, поэтому, ну, можете уже, в принципе, посмотреть, как она будет выглядеть на максималке. Смотрится она очень красиво, мне очень понравилось. Так, предлагают нам ознакомительный тур, и мы его пройдем, чтобы, ну, как раз вы посмотрите, определите для себя, нужна ли вам эта игра, интересна она вам. Ну и также мне в комментариях напишите тоже, писать мне продолжение, прохождение точнее. Ну, честно говоря, я настроен на то, чтобы писать, поэтому мне нужно просто ваше, так сказать, подтверждение, что интересная игра. Так, ну вот по графике, вот видите, да, очень все красиво прорисовано, просто супер. Машина наша тоже. Она грязнится, кстати, по ходу игры. Она становится пыльная, колеса там грязнятся, ее надо мыть потом. Давайте сядем в машину. Так, прицепим прицеп. Отлично. Так, теперь нам надо развернуть уборочную машину. Комбайн включен. Что у нас тут еще? Выключить уборочную машину. Так, нанять. Включить отделение соломы. Нажмем. Ну и все, наверное. Так, а как запустить? Я, честно говоря, сам не знаю. Так, это крутит тут что-то, кнопки мыши-то не то. Так, нам же надо опустить еще. Так, это у нас камера. На Б, получается. Это у нас запуск. Ну, управление получается одинаковое, как во всех играх. И все, мы пошли уже жать. Вот таким образом это все происходит. У нас тут высыпается. И мы убираем солому. Можно из свиты из кабины. У нас есть зеркала. Да, для просмотра. Такая у нас кабина. Не, очень прикольная игра. Мне очень понравилась. Так, доехали. Выключить уборочную машину. Машина заполнится. А, вот у нас в нижнем правом углу получается, насколько заполнен бункер. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, вот идет заполнение бункера этого. Можно нанять работника на выполнение данной работы, поэтому мы, наверное, нажмем. И он автоматически будет уже, ну, как бы нанимается работник, и он уже продолжает уборку данного поля, ну, без нас. Вот, так, перейдем. Выйдем из этого трактора. Все, они пошли работать. Он будет убирать дальше. Так, а мы перейдем дальше. Так, к следующей точке нашей. Вот, у нас теперь какая-то новая машина. Новый трактор с новым прицепом. Так, вот такой вот у нас трактор. Классный. Классный трактор. Так. Ну, давайте сядем. Присоединять на Q. И сейчас мы попробуем, ну, подъехать непосредственно к нашему комбайну, чтобы он нам разгрузился. Ну, высыпал, да? И как, ну, я вам покажу, каким образом это все происходит. Вот он выставляет трубу. Ну, я думаю, вы замечали, да? Знаете, что... Таким образом это все загружается.
И все, он пошел сыпать. Ладно, не будем ему мешать. Скан убирает. Дальше. Так, трактор оставим здесь, наверное. Переключимся на следующий. Так, тут у нас трактор. Ну, вот у нас видно, да, сорняки такие. Получается, нам, ну, перед тем, как садить, надо их убрать. Вот такое устройство нам нужно для этого. Давайте посмотрим. Так, прицеп, прицеп. Есть прицеп. Так. Заезжаем на поле. Опустить культиватор. Ну, я так понимаю, и все. И поехали. Вот таким образом это происходит. Все. Тоже здорово. Так, ну, наймем работника, не будем заниматься ерундой. Так, следующая машина у нас получается сеялка. Чтобы посеять, нужно нам засыпать семян. В нижнем углу у нас получается тоже индикатор именно заполнения. На R нажимаем, выполняем наш бункер сеялки. Так. И, в принципе, можем ехать на поле садить. У нас курсор. Куда у нас курсор? Сейчас выйдем на дорогу и поедем в поле садить. Так. Едем. Ну, так можно включить. Видите, что, да? Возможностей здесь много. Я еще почитал. Мы не сюда свернули. Почитал, что добавлена новая функция, такая как заготовка леса. И мы, наверное, ну, первую вот серию я именно сниму, потому, ну, как познакомлю, да, вас с игрой, покажу там, что есть, что нету. Но для лесозаготовки там нужны, как бы, деньги, чтобы купить необходимое оборудование, так как, ну, сразу не дают его. Его нужно купить, и оно стоит, в принципе, немало, поэтому... У нас как бы есть лишние трактора, их можно продать первоначально и купить оборудование. Я тогда следующую серию сниму уже именно по этому лесозаготовке, да? Как-то нам валить лес, как грузить его, как продавать и так далее. Ну, первую серию мы пока без этого всего. Ай-яй-яй, мы не то сделали. Нам надо было все прицеп, в прицепу приехать, привезти этот трактор шиниться с этой на разгрузку. То, что мы загружаем, грузим, я не почитал, прошу прощения. Так. У нас остаются следы, вот можете заметить, да, я ехал тут, и вот следы остались. И когда по зеленой траве, если перемещение идет тоже, ну, довольно постоянно, по одному и тому же месту, тоже как бы трава затаптывается. Ну, и получается такой темный грунт там. Так, едем мы сюда. Сейчас мы сюда заедем. Это, я так понимаю, какой-то, ну, типа как склад какой-то, да? Куда мы приезжаем разгружаться. Ну, все как в жизни. Вот я, в принципе, тоже наблюдал, как вживую, каким образом вот происходит вот разгрузка таких машин. И вот на самом деле это все так и происходит. Вот такая вот решетка стоит и подъезжает ну, тот же трактор, да, и вот высыпает вот таким образом. А по ленте потом это все подается уже непосредственно на загрузку. Так, ну мы трактор, наверное, этот сейчас отведем назад, потому что поле наше выбирается. И оно не все убранное. Нам после того, как уберут, мы, наверное, ну, загрузим и продадим все это дело. И мы там его оставим пока, сами займемся дальше. Уже непосредственно тем, на чем остановились. Это сей, просеялка, да? Сейчас мы быстренько доедем.
Да, на том. Ну, он уже почти убрал наш Михалыч или Иваныч. Не знаю, кто тут. Так, этот у нас работает. Вот наш трактор этот, который. Ну, мы практически в правильном направлении ехали. Ну, можно срезать по полю. Я так думаю. А чё он не работает? Работает. Давай работает. Ну, вот я вот понимаю так, что он сейчас сорняки эти уберет, и это поле уже можно непосредственно засеять. Так, наши поля обозначаются вот циферками зелененькими. Я так понимаю, у нас три поля. 24, 29 и 38. Это наши поля, на которых мы можем сеять. А если мы захотим еще, соответственно, нам надо будет заплатить денежку и купить это все дело. Так, культивация почвы. Ну вот нам рассказывают, да, что перед тем, как... после того, как мы уберем, мы можем сеять. Ну давайте попробуем. Как-то мы кривовато стали тоже. Так. Опустить селку на В. Мы уже сеем, да? Ничего мы не сеем. Так, включить сеялку на Б. Я так понимаю, все, пошел засев. Вот, теперь мы уже сеем. Ну, видно, что линия... О, его кидает в сторону. Линии другого цвета. Ну, работника, наняли работника. В принципе, зарплату мы им платим. Судя по тому, как наш баланс уменьшается. Вот, пускай он работает. Так, мы выйдем из машины. И прицепите культиватор. А ничего, что я это уже сделал. Ну, мы, короче, опередили события. Я так понимаю, на самом деле. Вот. Ну, не повторять же это нам в трактор. Культиватор. Такие названия... Культиватор почвы. А, мы это уже сделали, да? Так вот это все происходит. Спустите культиватор, обработайте поле. Ладно, мы сейчас быстренько пробежимся по этим вопросам. Так, приходите к следующему заданию. Его трактор вот все, коснитесь. Вопросик вон наш, где? Так, а чего нам там? Прыгать на пробел? На всякий случай вам скажу. А, ну это нам объяснение про сеялку, да? Говорят, что надо семена засыпать. Тут немножко мы опередили события. Не по сценарию пошли, скажем так. Так, сядем сейчас для нашей... Ну, тут объясняют, что наполнение сеялки. Так, теперь нам надо... отправиться в это место, да? Ну, я так понимаю, поле наше убрано. В принципе, можно сейчас загрузиться. Ну, выгрузить нашу пшеницу. Так... Блин, мы должны были тут посеять, а мы не тут посеяли. Ну ничего страшного, мы сейчас они закончат там посев, да, и мы приедем сюда тогда уже сеять тоже. Так, где наш трактор? Сейчас мы выгрузим нашего Ивана, чтобы он был пустым. Сейчас высыпать все. И вот смотрите, да, когда засыпается пшеница уже в фургон непосредственно, в кузов наш, она засыпается, тоже как бы падает своеобразно. Не просто куском, да, она вот так вот формируется, насыпь такая. Тоже интересно сделали, как бы продумали, молодцы.
Тоже у нас, кстати, фургон, заполнение фургона. Обратите внимание, в нижнем, в правом углу тоже видно, насколько он заполнен и сколько там сейчас находится, ну, в данном случае, пшеницы. И злак тоже, кстати, нарисован, поэтому, чтобы вы это видели. Так, ну что, надо ехать выгрузить там это все дело. Так, я не помню, где это находится. Может быть, на карте это как-то указано? Или это никак не помню? Ну, вон какой-то прицеп нарисован, но я, наверное, туда, наверное, по прямой, я так понимаю. Так, сейчас поедем. Ага. А нет, это какой-то у нас этот. Ну, наверное, да. Этот, кстати, тоже, наверное, я так понимаю. Какие-то эти самые. Склады какие-то, да? Так, разгрузиться. Все, мы разгрузились. Ну, в принципе, я думаю, можно трактор тут этот оставить. Так, что у нас происходит с посевом? Тут еще все сеется. Это долго он это все делает. Так, давайте он эту полосу закончит, и мы все-таки пойдем сеять поле по сценарию. Отпустим нашего работника. Попробуем срезать сейчас. Ну, поле нам это тоже нужно будет засеять, поэтому мы сюда еще вернемся. А чтобы купить поле, вот у нас, видите, такой вот значок, к нему нужно будет подойти. Ну и вам скажут, вы хотите купить поле. И если денег достаточно, то вы, соответственно, его приобретаете. И можете уже там сеять все, что хотите. Так, сейчас мы доедем до этого значка. Давайте все-таки начнем посев нашего поля, ну, как бы нормально, да, с самого начала. И чтобы потом наш товарищ, зовем его Михалыч, пускай будет комбайнер Иваныч, этот будет Михалыч, будет сеять. Так, опустить на В, насколько я помню, и включить на Б. Все, пошел засев. Вот обратите внимание, трактор поработал, он был чистым. Сейчас он уже такой запыленный стал. Поэтому молодцы, вообще сделали просто суперски. Как бы. Что у нас тут? Так, переключился на трактор. На другой трактор. Так, этот пускай сеет у нас. Переключаемся. Тут, я так понимаю, что про магазин нам должны рассказать. Мы можем продавать трактора. Так, из любой точки карты нажмите. Угу. Наш обзорный тур завершен. Ну вот, значит, обзорный тур наш завершен. Так, желаем удачи. Ну, давайте для начала я покажу вам, как продавать. Насколько я помню, ну, вот сюда вот на эту желтенькую, понимаю, надо встать, чтобы продать. Потому что этот трактор нам не нужен, нам столько не нужно тракторов, потому что я в следующей серии хочу вам показать вам, как именно с лесом. Ну, будем разбираться. Я предварительно посмотрю, конечно, чтобы вас не утомлять, да, нашими испытаниями этими всеми делами. Так, вот продать технику. Нажимаем на это. Продать. И давайте сразу тогда, раз мы уже тут, посмотрим, сколько нам нужно денежек. Я так понимаю, что нам одного трактора, продажи одного трактора не хватит для покупки уже непосредственно оборудования, которое нам нужно будет для заготовки леса. Так, оно как-то у нас... Тут у нас все по категориям сделано, поэтому, ну, очень удобно на самом деле. Потому что, как бы, кто не знает, да, вот как я в данном случае про все это фермерское хозяйство, мне довольно-таки трудно сразу разобраться. Так, ну, я так понимаю... Так, вот у нас есть описание использования этой машины, да? Эта машина может укорчевывать пни. Ну, пни пока нам не нужно укорчевывать. Перевозит бревна. Так, эта машина используется для посадки деревьев. Ну, посадка, я так понимаю, это потом в дальнейшем нам понадобится.
И эта машина перевозит бревна. Вот эта вот нам нужна. Я так понимаю, она с погрузчиком такая будет. Ну вот, 54 тысячи. Ну, эти, понятно, это круче уже. Тут он и, наверное, и пилит, и рубит вот это вот. Но она стоит 317 евро тысяча, а у нас всего лишь 27. Вот. И я так понимаю, что нам нужно пила будет. Так, пила. Пила. Вот у нас три вида пилы, они стоят одинаково. Не знаю, в чем существенное отличие, потому что просто так выглядят они. Так. Ну, пока как бы смысла нету, потому что нам нужно 54 тысячи, да? Ну, видимо, надо будет продать еще один трактор. Вот, ну, в принципе, я думаю, как бы первый обзорчик такой, да, как бы особенности графика вы получили, как бы можете, в принципе, уже для себя сделать какой-то вывод, да, заинтересовала игра, понравилась она вам, нет. Пишите все в комментариях, пишите о том, снимать, продолжать мне серии или нет. Вот. Ну, может быть, даже подсказки, может, какие-то сразу пишите, если знаете что-то, да, интересное. Может быть, я чего-то не знаю. И подписывайтесь на канал. Надеюсь, что вам понравилось. Будем снимать дальше тогда. Все, всем пока.